Участие во встрече также приняли депутаты городского маслихата, руководители госучреждений, члены общественного совета. В своем докладе градоначальник отразил основные успехи в плане социально-экономического развития Актобе, затронул проблемные моменты и поделился планами на ближайшую перспективу. В городе интенсивно развивается сельское хозяйство. В 2017 году объем валовой продукции составил 22 миллиарда тенге. Увеличена посевная площадь на 20%. По итогам уборочных работ средняя урожайность зерновых составила 10 центнеров с гектара. Увеличилось также поголовье скота. По госпрограммам выполнение составило 100%. По части приобретения голов крупного рогатого скота план перевыполнен втрое. Город Актобе определен как один из центров агломерации республики. Темпы строительства значительно выросли по сравнению с 2016 годом. Объем строительных работ за год составил почти 70 миллиардов тенге. На ремонт автомобильных дорог из бюджета потрачено 2,6 миллиарда тенге. В 2017 году проводились работы на 37 объектах. Принимаются меры по улучшению работы общественного транспорта. В конце года для ТОП АТП было приобретено 40 новых ЛИАЗов. Вопрос с выделением земельных участков стоит по-прежнему остро. В очереди на сегодня находится 120 тысяч актюбинцев. 10 тысяч участков было предоставлено в 2017 году. В этом планируется цифру увеличить до 18 тысяч. Параллельно проводится работа по инвентаризации неиспользуемых земель. В социальной сфере реализуются 4 направления программы занятости 2020, благодаря чему удалось трудоустроить больше 1500 горожан. Социальных выплат произведено на сумму 1,4 миллиарда тенге. Пострадавшим от весеннего паводка оказана безвозмездная материальная помощь. Общие затраты составили 85,6 миллиардов тенге. 20 семьям были вручены ключи от новых квартир и домов. 114 семей пожелали взять земельные участки под строительство в пригородной зоне. На приобретение стройматериалов каждой семье было выделено по 1 миллиону тенге. Далее собравшиеся также внимательно заслушали отчетный доклад акима Саздинского сельского округа Аслана Мухамбетова. Численность населения сейчас здесь составляет чуть больше 5000 человек, площадь округа 33 гектара, из которых 22 – это земли сельскохозяйственного назначения. На территорию округа зарегистрировано 2 ТОО, 25 крестьянских хозяйств, 3 производственных кооператива и несколько небольших частных фирм по оказанию ряда услуг населению. По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства микрокредиты получили 8 самозанятых граждан. 9 человек отучились на бизнес-курсах. На общественные работы за минувший год было привлечено 18 человек. 85 сельчан нашли постоянную работу. В округе функционируют 2 школы, 1 амбулатория, участковый пункт полиции. По окончании доклада жители поселков смогли обратиться к каждому из акимов и задать им свои вопросы напрямую. Большинство из них касались, как и для жителей других сельских округов, работы общественного транспорта и автомобильных дорог. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт».